Буденовка 19-го года. Теперь ее рисуют на плакатах, она уже знак, символ гражданской. А вот я смотрю на этот шлем и думаю, ведь кто-то же носил его. Может быть, какая-то женщина, чья-то мать держала его в руках, когда сын приходил на короткую побывку. Наверное, я также держала бы в руках пилотку сына. А может быть, эта самая Буденовка лежала на свежем холмике могилы какого-нибудь паренька, вроде того, о котором писал Светлов. Помните? Ночь стоит у взорванного моста. Конница запуталась во мгле. Парень, презирающий удобство, умирает на сырой земле. Теплая полтавская погода стынет на запекшихся губах. Звезды 19-го года потухают в молодых глазах. Не только теплая полтавская погода, но и сибирская поземка ложились на губы тех мертвых мальчиков. А звезды, звезды 19-го года остались стоять над всеми поколениями. Созвездия в небесах и алые созвездия на Буденовках. И ведь недаром люди, пришедшие с Великой Отечественной войны, уже следующее поколение, тоже пели: «Я все равно паду на той далекой, на гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной». И дети, солдат Великой Отечественной, тоже поют эту же песню. Потому что, наверное, это естественно, чтобы каждое поколение старалось мерить собственную жизнь жизнью своих сверстников, которые жили в необычайной эпохе. И вот нам очень захотелось представить разговор сверстников 20-летних 76-го года и 20-летних года 19-го. Но как и почему именно таким образом мы представили себе этот разговор, я расскажу вам несколько позднее. А сейчас мы включаем Киевскую студию телевидения. Уважаемые товарищи, съемочная группа Центрального телевидения приглашает юношей и девушек в возрасте от 16 до 20 лет принять участие в съемках телевизионного фильма «Наша биография. Год 1919». Место и время сбора. Площадь Ленинского комсомола, Первомайский парк, смотровая площадка. 18 сентября в 12 часов дня. Площадь Ленинского комсомола, Первомайский парк, в субботу 18 сентября в 12 часов. Скажите, пожалуйста, вы откуда приехали? Из Иванкова. Из Богослава. Стоишь? Из Белой Церкви. Я приехала из Буэрки. Я приехала из Полесского. Дельник Александр. Бровары, школа номер 5, комсорг. Такой вопрос, ребята. Что привело вас сегодня на нашу съемочную площадку? Ну, я даже не знаю, как ответить. Понимаете, тема очень волнующая. 19-й год. Мы, в общем, знаем по книжкам, знаем по фильмам. Время было горячее, время было страстное, но как-то хочется почувствовать, как оно было, как оно выглядело, как они ходили в этих буденках. В общем, это близко, это очень близко нам, даже сейчас. Ну, меня, честно говоря, подтолкнула бабушка на этот приход. Дело в том, что в 19-м году невдалеке от Киева сражался, вернее, здесь под Киевом, сражался наш дедушка с белогвардейцами. И вот, когда она услышала объявление по телевизору, она сказала: «Пойди». Это очень интересно, говорит, потому что это памятно для меня, для него. А что она рассказывала вам о тех днях? Рассказывала, как трудно тогда жилось, как ей, собственно, приходилось, она была очень молодая, и приходилось одной справляться с хозяйством, уже были дети, как это было трудно, и как она билась, можно сказать, за каждый кусок хлеба, но, тем не менее, для них это было очень светлое время, очень памятное, потому что это было время их молодости, молодости нашей страны.
Ну, между нами и молодежью 19-х годов, по-моему, много общего есть. А что же интересно? Ну, вот, например, мы в классе в 10-м писали сочинение «Корчагин и корчагинцы наших дней». И каждый из ребят старался привести, что ли, прямую линию между ими и нами. И из прочета сочинений мы нашли очень-очень много общего. У нас тоже цель, у нас тоже какое-то стремление к чему-то, так как и у них. Знаете, вот эту мысль, вот мне кажется, передают строки одной песни. Называется она «Мы твоя революция». «Пусть за долю мы лучшую не ходили в бои, но скажи, революция, разве мы не твои? Это значит, что, радуясь и встречая беду, жить стремимся, как в яростном легендарном году». Прошу вас, расскажите, что привело вас на нашу съемочную площадку. Ко мне приехал внук, Сережей звать. Приехал в гости. Ну вот, по радио он слыхал, а потом и в газете «Молодь Украины» прочитал о том, что сегодня приглашают на киносъемку. Ну он меня: «Дедушка, да пойдем». Ну вот мы пришли. Если идет дело в 19-м году, так я точно таким был. Только не таким точно скучным, а был веселый, живой. И уже с винтовкой был. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Яков Федосеевич Жмаченко. Мне уже 75-й год течет. Партии я уже вот-вот скоро полвека. В комсомоле с 21-го года. В 19-м году я был секретарем сельревкома. Теперь сельсоветы. А тогда сельский ревком был. Секретарем был. Вот избрали. А профессия у вас была уже? Была. Я на железной дороге работал, причем очень рано начал работать. У меня уже 4-летний стаж трудовой был. Сколько вам лет было в 19-м году? 17. Сколько вам лет сейчас? 17. Чем вы занимаетесь? Ну, я учусь в ГПТУ. Где? В ГПТУ. Какую профессию получаете? Ну, я осваиваю профессию токаря. Должна сказать, что мы не сами придумали этот разговор с ребятами. Привел нас к этой мысли вот какой факт. Ровно 50 лет тому назад, в 1926 году, украинские кинематографисты начали съемки фильма о Трипольском походе комсомольцев. О комсомольцах, которые в составе коммунистического полка пошли воевать с бандой атамана Зеленого, и почти все погибли. И вот, начиная съемки этого фильма, режиссер Анощенко дал объявление, приглашающее ребят 20-летних, 19-летних принять участие в съемках фильма. И вот на съемочную площадку пришли ребята, те, кто по возрасту опоздал на гражданскую. От их сверстников в 19-м году их отделяло всего 7 лет, но от тех событий их отделяла целая эпоха, послевоенная эпоха. И ребята хотели, как потом писал один из участников этих съемок, пройти весь этот трудный путь, которым прошли комсомольцы этого похода, и почти пережить их трагическую гибель. Это был один из многих эпизодов того героического времени, но его помнят. А вот если здесь нас немного заслоняют деревья, если бы мы могли вот так вот прямо навести камеру, туда, там у нас есть у нас улица Героев Триполья. На этой улице стоит старое здание, бывший райком комсомола, сейчас там профтехучилище. Из этого райкома ребята
Подольской комсомольской организации уходили на борьбу с бандой. Вот есть знаменитый кинокадр. Есть не только знаменитый кинокадр, есть знаменитая фотография, которая обошла, наверное, все газеты. Вот с этим накрест, перекрещенные доски, райком закрыт, все ушли на фронт. Это наш Подольский райком. Если сегодня кто-то есть из ребят Подольского района, непременно они должны знать об этом районе. А что было здесь в 19-м году? Здесь были, ну, поля, пустыри, если говорить о революции, то происходило обучение Красной гвардии, первых отрядов рабочей Красной гвардии. Они вот обучались на этом полигоне, который еще остался с царских времен. И теперь там у нас район Дарница, я считаю, может быть, даже один из самых красивых районов. А сколько народу жило тогда в Киеве? Я, честно говоря, точно не знаю. Вот. 1200, нет, 1400-600. А вы можете ответить на вопрос, какова территория Советского Союза сейчас? Территория Советского Союза 22,4 миллиона квадратных километров. Правильно, очень точно. А в 19-м году какая была территория Советской Республики? Я не могу точно сказать, но очень маленькая это Москва, Петроград тогда бывший, и небольшие области вокруг них. Казалось, еще немного, и это черное кольцо фронтов сомкнется. Охотно позировал перед кинокамерой адмирал Колчак. Титул верховного правителя России был предложен ему из-за границы, вместе с боеприпасами, вооружением, обмундированием. Вся эта лавина двигалась с востока, надеясь объединиться с интервентами, которые высадились на севере, и с деникинцами на юге. Деникин собирался въехать в побежденную Москву на белом коне. Все эти спасители России были одинаково жестоки по отношению к русским людям. Вот документ, подписанный командующим Колчаковской 3-й армией. В случае массового выступления жителей с оружием в руках против армии, такие населенные пункты немедленно окружить, всех жителей расстреливать, а само селение уничтожать дотла. Над Петроградом нависали войска Юденича. Свои счеты с республикой пытался свести и пан Пилсудский. Белоказаки Краснова бесчинствовали на Дону. Ретивые киевские газетчики поспешили сообщить о бегстве советского правительства из Москвы. Эту информацию охотно подхватила печать буржуазных стран. А между тем, в Москве... Товарищи красноармейцы! Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, с Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Московские и петроградские, Иваново-Вознесенские и Тверские рабочие, коммунисты и комсомольцы составили ядро той всенародной силы, которая смогла противостоять натиску многочисленных врагов. Кадры кинохроники сохранили лица, живой облик многих из тех, кто брал на себя право умереть за революцию. Но, к сожалению, большая часть этих кадров ныне безымянна. Оттого так драгоценно каждое опознание, каждое имя. Вот одно из них мы узнали. Может быть, кто-нибудь знает судьбу этого мальчика, сына полка Володи Алексеева. В трудном 19-м партии комсомол пополнились десятками тысяч лучших представителей народа, такими как Дыбенко, Фабрициус, Подвойский. У коммунистов была единственная привилегия – первыми идти в бой, первыми отдать жизнь за революцию. И тыл были единым организмом, но связи внутри этого организма нарушились. На транспорте разруха.
А без транспорта победа немыслима. Ремонтировать паровоз – очень важное дело, когда каждый паровоз у республики на счету. Вот перед вами сейчас проходят кадры, которые, вероятно, вы видели уже много раз, потому что это символические и хрестоматийные ныне кадры. Когда они стоят в современной документальной ленте, они обычно комментируются словами «Первый коммунистический субботник в депо «Москва-сортировочная». Но это не совсем так, это не первый субботник. Дело в том, что, ну, это трудно утверждать с абсолютной точностью, но мы полагаем, что кадры эти были сняты 10 мая 2019 года, в тот же самый день, когда в депо «Москва-сортировочная» побывал корреспондент «Правды», который позднее описывал события этого дня следующим образом. В субботу, 10 мая, в 6 часов вечера, как солдаты, явились коммунисты и сочувствующие на работу. Построились в ряды, и без толкотни были разведены мастером по местам. Результаты работы по-революционному налицо. Мировым хищникам не задушить победителей рабочих. Внутреннему саботажу не дождаться Колчака. После работы пели «Интернационал». Эта статья вместе с другими сообщениями с мест приводится Лениным в его работе «Великий почин». Но на ленинский призыв к дружным усилиям по налаживанию транспорта рабочие сортировки ответили раньше. 5 апреля, по-старому 24 марта, была получена телеграмма наркома путей сообщения «Нужен паровоз для Восточного фронта». И рабочие, оставшись после работы, вскрыли ящик с инструментами, отремонтировали паровоз, и утром он ушел на фронт. Героизм трудящихся масс, сознательно приносящих жертвы делу победы социализма, вот что является основой товарищеской дисциплины в Красной Армии, ее возрождение, укрепление, роста. Не меньшего внимания заслуживает героизм рабочих в тылу. Прямо-таки гигантское значение в этом отношении имеет устройство рабочими по их собственному почину, коммунистических субботников. Видимо, это только еще начало, но это начало необыкновенно большой важности. Это начало переворота, более трудного, более существенного, более коренного, более решающего, чем свержение буржуазии. Ибо это победа над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину. Когда эта победа будет закреплена, тогда и только тогда новая общественная дисциплина, социалистическая дисциплина будет создана, тогда и только тогда возврат назад к капитализму станет невозможным, коммунизм сделается действительно непобедимым. Коммунистические субботники потому так важны, что начали их рабочие, не поставленные в исключительно хорошие условия, а рабочие разных специальностей, в том числе и рабочие без специальности, чернорабочие, поставленные в обычные, то есть самые тяжелые условия. И вот эти голодные рабочие, окруженные злостной контрреволюционной агитацией буржуазии, меньшевиков и эсеров, устраивают коммунистические субботники, работают сверхурочно без всякой платы и достигают громадного повышения производительности труда, несмотря на то, что они устали, измучены, истощены недоеданием. Разве это не величайший героизм? Разве это не начало поворота, имеющего всемирно-историческое значение? Производительность труда – это в последнем счете самое важное, самое главное для победы нового общественного строя.
Откуда вы приехали? С атомной электростанции, Чернобыльская, под Киевом, которая строится. Кем вы работаете там? Я работаю электросварщиком, бригадир электросварщика. Атомная электростанция. Кажется, в 19-м году даже представить себе люди не могли, что такое будет. Да, в 19-м году люди действительно не могли представить, что будут построены через 50 лет атомные электростанции, и из них, которые уже действуют, такие как Белоярская, Ленинградская, и строятся ряд их. Самые крупные электростанции – это ударные комсомольские. Ударная сила на этих комсомольских стройках – молодежь. Да, тогда об атомной энергии еще не слышали. И самой грозной силой был бронепоезд. Часто это был просто обычный поезд, только вооруженный и обшитый стальным листом. И имена их командиров звучали грозно и победно. Например, Леонид Макеевский, командир и одновременно комиссар бронепоезда за власть Советов. А за этим именем скрывалась маленькая и женственная студентка Людмила Макеевская. И жизнь ее стремительно и победно оборвалась в 23 года в бою за станцию Дебальцево. Снова смотрит нам в глаза голубоглазые солдаты революции. Здравствуй, товарищ Шура, дочь красного командира, жена красного командира, красный командир Шура Янышева. Здравствуйте, Александра Александровна. Александра Александровна, а кем вы тогда работали? А я тогда работала в центральном штабе Красной гвардии, начальником политотдела. В мои функции входила борьба с контрреволюцией и спекуляцией. Спекуляция здесь была отчаянно, ну а уж контрреволюции-то здесь осталось порядочно. Так что борьба с ней была жестокая. Они везде вредили. То они где-нибудь подожгут, то кого-нибудь убьют. А то и заговор составляет. Вот в Петрограде было тоже очень напряженное такое положение. И там случился мятеж. На Красной Горке села и лошадь. Положение было очень тяжелое. И вот что бы то ни стало, нужно было этот мятеж ликвидировать. И ЦК партии во главе с Владимиром Ильичем Лениным решили помощь петроградским коммунистам, матросам передовым, послать коммунистов московских. И вот нас начали посылать. А как посылали? У нас в каждом районе был ЧОН. Это отряд особого назначения. Вот звонит мне, товарищ Янышев, пожалуйста, в ЧОН. Я прихожу в ЧОН на вокзал. И так каждого. Когда нас собралось 500 человек, наш эшелон 500 человек отправили в Петроград. В Петроград мы явились в Смольный. У нас были маузеры, нам там выдали винтовки, по воблине дали. Вот. И мы, значит, должны были сразу идти в бой. Когда петроградский это вот отряд, ну и шли мы. Это, знаете, словами не передашь, это только можно видеть. И с гранатами, и с винтовками, и с пулеметами, с Максимом. Максим наш друг был, пулемет. Ну, вам с пулеметом-то приходилось осенью еще против Деникина потом сражаться, да? Приходилось. Я ведь умела из винтовки прекрасно стрелять, из маузера прекрасно, из нагана, из винтовки без промаха не увернешься. А когда нужно, вижу, что пулеметчика нет, ранен или убит, сейчас за пулемет. Ну, знаете, коммунисты петроградские, коммунисты московские, передовые матросы так шли в бой решительно и с полной уверенностью, что мятеж будет подавлен. И действительно, очень быстро ликвидировали этот мятеж.
И должны были наши коммунисты вернуться в Москву обратно. А нас Зиновий взял да в окопы. Причем никуда не порекомендовал, никакой части. Снабжения мы не имеем, обмундирования мы не имеем. Вооружения мы имеем только один пулемет. Представляете, это из нас бы кашу сделали, мясо бы сделали пушечное. Мы с Янышем, Янышев тоже был в этом отряде, мы с Янышем видим... Он командир отряда был. Он командир отряда был, а я его помощник. Видим, что это дело никуда не годится. Пришла к Питерсу, а Питерс был начальником ВЧК. Говорю, Питерс, вот какое дело. Мы с ним очень дружны были, да вообще это был коммунист, это же был заместитель Дзержинского. Он говорит, в таком положении отряд ни в коем случае. Сейчас даю распоряжение тебе паровоз, дам распоряжение, чтобы его без задержки созвонили с Дзержинским, чтобы он дал распоряжение. Поезжай прямо к Личу. Так и сделали. Я зашла, сказала Янышеву и отправилась. Пришла на станцию, паровоз готов. И покатила. А паровоз утопился, чем попало. Чат там, смрад невозможный. Но все-таки мы старались, чтобы он этот шибче шел. Приехали в Москву в 4 часа утра. А Ильич уже не спал. Ильич уже бодрствовал. Вошли, он повернулся. Он так быстро повернулся. Садитесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Рассказывайте. Я ему рассказала все, как обстоит дело. Он говорит, что ни в коем случае 500 коммунистов – это же капитал для партии. А потом, когда кончился деловой разговор, он потеряет. А теперь пойдем завтракать. Я говорю, я завтракала. А он... Так, знаете, он умел улыбаться, вот прищуренный глаз так вот вернул, говорит, на паровозе, может быть. Ну и никаких, значит, завтракать и завтракать. Садимся, Ильич берет хлеб черный и режет на всех. Их трое, а тут уж на 5 долей. Щиплет сахар вот такими маленькими кусочками. Мы отказываемся хоть от сахара-то. Я говорю, я с сахаром не пью. Я не пью с сахаром, я с молоком без сахара. Не выдумывайте, не выдумывайте. И подвинула опять сахар. Пришлось пить с сахаром. Вот выпили мы чаю с ним. Распростился он, крепко пожал руку. Приступайте к своим обязанностям. Как это просто сказано. Приступайте к своим обязанностям. А как непросто было выполнять эти обязанности в тот тяжкий год. Всем непросто. Вот передо мной справка управляющего делами совнаркома в том, что Владимир Ильич Ульянов-Ленин занимается умственным трудом неограниченное число часов, ввиду чего он имеет право пользоваться продовольственной карточкой первой категории. Поразительный документ, правда? Ленин, как равный среди тех, кто получал эту карточку первой категории. Среди тех, кто принял на себя самые главные тяготы страны. И сама по себе уже эта продовольственная карточка первой категории – рассказ о небывалой категории людей. А все ведь их преимущество заключалось только в том, что они получали 225 граммов хлеба в сутки. Ну, наше вот поколение, которое помнит ленинградскую блокаду, назвало бы такие нормы блокадными. Но ведь... Это действительно были блокадные нормы, потому что вся страна была в блокаде. И каждый из этих 225 граммов хлеба был оплачен кровью. Кровью тех, кто умирал на фронте, кровью тех, кто вел к Петрограду и Москве эшелоны с хлебом, кровью бойцов продотрядов. Продотрядцы. Они шли, чтобы, отняв хлеб у кулаков, накормить голодных бойцов
рабочих, детей. Они падали в голодные обмороки, но не разрешали себе взять горсти зерна для себя, для своей семьи. И кулацкие банды стреляли в них. Живыми закапывали в землю, вместе с семьями сжигали в домах. Мученической смертью платили они за голодные пайки 19-го года. Государству стоило огромных усилий организации снабжения. К 19-му году окончательно сложилась экономическая политика, вошедшая в историю под названием «военный коммунизм». Пассажирское движение на железных дорогах было прекращено. Однако люди снимались с мест. Одни бежали от белых, другие ехали в поисках работы. И еще одна фигура 19-го года. Это мешочник, который ехал, чтобы нажиться на голоде. Но уже был провозглашен и осуществлялся принцип «кто не работает, тот не ест». Привлечение буржуазии к обязательному физическому труду давало возможность занять пролетариат на более важных работах для фронта. «Лошадь упала от голода». «В те дни человек оказался крепче лошади», писал один из свидетелей таких сцен. Так называемую «почтенную публику» взволновало появление в городах больших масс беспризорников. Это были по виду бесшабашные ребята. Они храбрились перед прохожими, но голод угрожал в первую очередь им. Ведь беспризорник – это ребенок, у которого нет родителей. Они или сражаются на фронте, или погибли за советскую власть. В мае 19-го года Ленин подписал постановление о бесплатном питании детей в важнейших промышленных центрах страны. Дзержинский стал председателем комиссии по борьбе с беспризорностью. Горькие пасынки войны. Они становились сыновьями советской власти, которая хотела накормить их, отвоевать у цинги, тифа, равнодушие улицы. И в первых детских домах, куда привозили этих ребят, их встречали люди, которые верили, что эти бесприютные кочевники станут когда-нибудь учеными, поэтами, героями труда. Кто они, эти ребята? Вглядитесь в их лица, вглядитесь. И, может быть, родятся удивительные повести их жизни, подобные истории беспризорника Коли Дубинина. Вот он, в левом углу фотография, который ныне стал выдающимся советским генетиком, академиком Николаем Петровичем Дубининым. Я не знал, что это Владимир Ильич Ленин. Обстановка была очень свободная. Мы бегали по Красной площади, пристроились к автомобилю. Нас хотели прогнать.
Но как раз человек, который там сидел, он очень добро сказал, да нет, пусть стоят ребята. В 19-м году мы все получали четверть фунта или даже осьмушку, 50 грамм хлеба. Вот как по-вашему, сколько хлеба вы съедаете каждый день? Грамм 300-400. Ну вот, видите, как вы уменьшаете задачи, которые стоят перед нашим сельским хозяйством, перед нашей наукой. Я должен сказать, что сейчас каждый гражданин нашей страны съедает в день 3 килограмма хлеба. Только хлебом питается? Нет. Если вы учтете, что вы пьете молоко, едите масло, едите яйца, варите вкусные щи и борщ украинский, то все это в основе своей имеет питание хлебом. Сейчас рационы и для животных, и для птицеводства все разработано, основано на хлебе. Хлеб – это действительно основа существования нашего, так сказать, всего продовольствия. И вот тонна хлеба на человека в год считается сейчас оптимальной. Это показывает, какие огромные задачи стоят перед нашим сельским хозяйством, перед нашей сельскохозяйственной наукой. Скажите, пожалуйста, в 19-м вы слышали хотя бы это слово «генетика»? Слово, которое определило всю вашу будущую профессию. Я в 19-м году? Да. Генетика. Нет, в 19-м году только одно было сильное впечатление, которое связано, которое в какой-то мере повлияло на мое будущее. Это когда нас привели, нас поймали там на Неглинке, привели, тогда водили ребят на Лубянку. С ними там знакомились, в ГПУ. И там, значит, вот человек, который в дальнейшем, по-видимому, по описаниям, был сам Феликс Эдмундович Дзержинский, спросил, хотите ли вы, ребята, обратно в детский дом, откуда мы забежали. Но так как мы уже горе натерпелись, мы сказали, хотим. И нас отправили обратно в детские дома. И затем он сказал, а учиться вы хотите? Вот это вот такое, какое-то доброе напутствие, а учиться, ребята, вы хотите, часто приходило на память. Для того, чтобы победить, надо понять всю глубочайшую историю старого буржуазного мира. И чтобы строить коммунизм, надо взять и технику, и науку, и пустить ее в ход для более широких кругов. Ленин. Задача РКП состоит в том, чтобы вовлекать все более широкие массы трудящегося населения в пользование демократическими правами и свободами и расширять материальную возможность этого из программы партии, принятой в 1919 году. Одновременно с печатанием книг и листовок надо было позаботиться о том, чтобы у этих книг появились читатели. Путь к вершинам науки и культуры начинался с азбуки. Был принят декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР. Учиться были обязаны все, кому от 8 до 50 лет. Это тоже был один из фронтов гражданской. 1919 год рождения рабфаков. Двери высших учебных заведений, библиотек широко распахивались для рабочих, для тех, кому принадлежали теперь все достижения цивилизации. В 19-м году было издано много революционных декретов. Слово «революционные» по всем словарям значит «совершающий коренной переворот в той или иной области жизни». Вот я прочту вам строчку из одного революционного декрета. Он революционен не только потому, что порожден революцией, а и потому, что опрокидывает все представления о законодательствах старого мира. Вот послушайте. Признать достоянием РСФСР произведения Чайковского, Балакирева, Мусоргского, Римского-Корсакова. Признать достоянием республики. Ну, в истории были прецеденты, когда кто-то пытался объявить творчество личным достоянием.
Ну, скажем, правители Австрии и Германии пытались сделать своей собственностью произведения Моцарта и Бетховена. Русский Николай I, который вызвался быть личным цензором Пушкина, предъявлял права на пушкинское вдохновение. Но разве может, разве способен какой-нибудь указ сделать достоянием монархии девятую симфонию Бетховена, пушкинскую оду «Вольность» или шопеновский революционный этюд? Только республика могла сделать их своим достоянием. Республика, которая считала каждый грамм голодного хлеба и хотела по неограниченным нормам дать пищу духа миллионам своих граждан. Литература доставлялась на фронт наравне с военными грузами. Из листовки политотдела 7-й армии. Перед нашим отважным натиском золотопогонные банды бегут без оглядки. Они убедились, что нас не одолеть в открытом бранном поле. И царские сволочи Юденичи да Родзянки пытаются расстроить наши ряды лживыми слухами да мерзкой клеветой. Знаете, что трудовой Петроград весь как один с удвоенной энергией стоит у станков и кует нам оружие. И всем, чем возможно, Красный тыл приходит на помощь своему Красному фронту. Разъяснительную работу в войсках вел Михаил Иванович Калинин. По профессии токарь, по происхождению крестьянин, он легко находил общий язык со слушателями. Надежда Константиновна Крупская была пропагандистом на агитпароходе «Красная звезда». Этот пароход буксировал по Волге бажу с кинотеатром. Уже появились первые советские художественные фильмы, в том числе по сценариям Луначарского, и, как вы видите, первая мультипликация. Нет таких форм науки и искусства, которые не были бы связаны с великими идеями коммунизма. Из протоколов 8-го съезда РКПБ. Как вы думаете, сколько театров было на фронтах гражданской в 1919 году? 10? 20? Нет, больше 1000 самодеятельных театров. Что же ставили они? Классику прежде всего, Шекспира, Шиллера. И бойцы настолько увлекались противоборством добра и зла, которое разворачивалось на сцене, что перед спектаклями приходилось делать специальное объявление. Просим в артистов не стрелять. Вот сводная афиша петроградских театров, в которой впервые фигурирует БДТ. Большой драматический театр, созданный по инициативе Горького, Андреевой, Блока. Он начал свою жизнь как театр трагедии, романтической драмы и высокой комедии. Романтику в то время искали в творениях прошлого. Пьесы о гражданской еще не были написаны, песни только слагались. А как вы считаете, что пели тогда, в 19-м году? Что пели тогда? Вперед заре навстречу пели, потом еще дан приказ ему на запад, ей в другую сторону. И вот еще была песня Демьяна Бедного. Помнишь, как родная меня мать, вот это провожала, тут и вся моя. Очень актуальна на то время, она была очень любопытная и такая смешная, и, в общем-то, раззадорила всех. Вы так хорошо рассказываете, как будто вы только вчера вернулись из 1919 года. Спасибо. Просто нам иногда приходится... Нет, просто нам иногда приходится играть эти вещи. Мы же ведь учимся в театральном институте. Ах, вот как. Да. Театральный институт имени Карпенко-Карла. Совершенно верно. Да, актеры, вот мы будущие актеры втроем.
А вам никогда не приходилось играть роли героев гражданской войны? У меня есть вот дипломная работа. Сказка «Радио Погодина. Синяя ворона». Вот эту мы сказку решили в музыкальном плане. И там мой герой, мальчишка, попадает, в одной из картин попадает посредством заклинания «Синей вороны» во времена гражданской войны. Ну вот интересно, когда я начинал работать над этой ролью, то пришлось перечитать массу литературы. Казалось бы, уже видел и много фильмов, уже и знаешь и со школы еще, знаешь уже много произведений, романов, очень много написано о гражданской войне, и все-таки этого всего не хватает. И даже приходится по новой это все перечитывать для того, чтобы уже пропустить это все через себя, как-то прочувствовать ту эпоху, хотя мальчишка сам современный попадает в то время. И... Короче, спой уже. И все. Назвали мы ее уже в русском варианте «Парням грозных двадцатых». Летели ваши кони быстрые, и пенились их гривы на ветрах. В степи вас настигали выстрелы, и смерть вы принимали среди трав. Эй-эй, года в боях отгуляны, но в памяти останется пора. Те дыры, что пробиты пулями, на наших флагах звездами горят. Эй-эй-эй, на-на-на-на, эй-эй-эй, на-на-на-на, эй-эй-эй, на-на-на-на, эй-эй-эй. Вы смерть свою встречали хохотом, и был ваш хриплый смех непобедим. Тачанки задыхались в грохоте, и клокотал неистово Максим. Эй-эй, года в боях отгуляны, но в памяти останется пора. Те дыры, что пробиты пулями, на наших флагах звездами горят. Эй-эй-эй, на-на-на-на, эй-эй-эй, на-на-на-на, эй-эй-эй. В Москве, в холодном нетопленном зале Кремля, собрался 8-й съезд большевистской партии. Это было 18 марта, день Парижской коммуны, и было очевидно, дело коммуны продолжается. Среди делегатов видные деятели партии. Николай Васильевич Крыленко, Михаил Иванович Калинин, Феликс Эдмундович Дзержинский, Анатолий Васильевич Луначарский, Петр Иванович Стучка, Михаил Федорович Владимирский, Федор Андреевич Сергеев, Артем, Елена Дмитриевна Стасова, Иосиф Виссарионович Сталин, Валериан Владимирович Куйбышев. Съезд принял вторую программу партии, потому что первая была выполнена, власть была завоевана. Надо теперь четко представлять себе стратегию дальнейших действий. По этой программе в нашей стране был построен социализм. На десятилетие вперед заглянули делегаты 8-го съезда. Вам, как кажется, о чем мечтали люди в 19-м году? О прекрасном будущем нашей страны. А вы как бы ответили? Ну, люди думали, конечно, сами не поживем, но наши дети будут жить в лучшем будущем. О чем бы вы рассказали людям 19-го года? О чем бы мы рассказали? О своей жизни, конечно. Что? Рассказал бы просто свой день учебный, с утра до вечера. И по порядку все, до мелочей, что я ем, как я одеваюсь, как я учусь, какая школа. Они бы поняли, какая жизнь. Всем ребятам, которые пришли сегодня к нам на съемки, примерно 20 лет.
Это много или мало? Ну, наверное, это зависит от того, какой смысл ты вкладываешь в понятие возраст. Я помню, Борис Горбатов в своей книге «Мое поколение» приводит запись в своем юношеском дневнике. Уже 16 лет, и еще ничего не сделано для бессмертия. Ну, несмотря на всю забавность этой записи, в этом есть ощущение времени и возраста тем поколениям. Вот у Боревичу было всего 22 года, когда он принял командование войсками на Северной Двине. Тухачевскому было немногим больше 20. И даже Фрунзе, командующему всем Восточным фронтом, всего 33. История знает ранние восходы. Ранние восходы бывают в любую эпоху. Но революция была эпохой ранних зенитов, высших точек человеческого таланта и духа. Потому что, наверное, не только самоотречение, мужество, но и возраст измеряется меркой ответственности. Наверное, эта мера может существовать во все времена. Тебе столько лет, какова ответственность, которую ты можешь принять на свои плечи? Как мы говорили, в марте 19-го собрался 8-й съезд партии. Средний возраст делегатов был 31 год. А ведь за плечами у многих из них были и тюрьмы, и ссылки, и каторга. 7 лет из своих 33 провел на каторге тот же Фрунзе. Но все они, и молодые, и пожилые, а пожилых тоже было много на съезде, все они были удивительно молоды в своих дерзаниях, в своих планах. И это качество тоже не измеряется физическим возрастом. Вот мы говорили, что мы хотим представить встречу ровесников 76-го и 19-го, встречу 20-летних. В 19-м году командиру Петроградско-Нарвского коммунистического полка Василию Васильеву был 21 год. Он тоже был избран делегатом 8-го съезда партии. Но он не приехал на съезд. Началось наступление Колчака, и Васильев не оставил своего боевого поста. А вот сегодня Василий Ефимович Васильев пришел к нам в студию, чтобы встретиться с ребятами и мысленно вернуться в тот далекий 19-й год. У нас на Восточном фронте обстановка была очень напряженная. У нас не было командного состава. Комиссаром полка назначен Вася Гусаков, путиловец. Секретарем партийной организации рекомендован Парфильев, член партии с 12-го года. Начальником штаба назначен полковник генерального штаба Акимов, 56 лет. А вот его ультиматум. Ни в какую политику меня не вовлекать. Я не хочу знать о вашей партии, о вашем Ленине. Я военный специалист. Извольте меня так использовать. Наступление наше было остановлено под Бирском. Наступать сил не было. И вот я помню рано. Дан был сигнал командирам дивизии Путно. Белые перешли психическую атаку. И вот они показались. В английских новеньких коротких шинелях по колен, с винтовками на руку и под музыку и барабаны. Страшно было. За неделю до этого боя мы получили 2 вагона лаптей. В лаптях много. Старых трофейных шинелей много было. Крестьяне не подвезли продовольствие. Перехвачена была дорога. Голодный народ. И вот в туманной мгле поднимаются
цепи полка красноармейцы. Осталось, может быть, 200-300 метров до схода цепей. Чудо произошло. Сразу вперед забегают усатые старые вояки Первой мировой войны, унтер-офицеры, солдаты. С ними молодежь, комсомольцы. Постой, товарищ командир, на себя примем врага. И в два ряда цепей цепь перед тобой. То же самое перед комбатом, тоже перед ротным командиром. Вы поняли? Сберечь своих командиров, подставить грудь свою, поразить врага. Вы представляете? Смерть, вот она, смотрит тебе в глаза, и тут обгоняет тебя, погоди, командир, мы на себя возьмем. Кого? Эту смерть-то. Я смотрел, как эти два ряда цепей один за другим падали сраженные врагом. Офицеры же там были в цепях. Но и там много людей падало. Страшная была контратака. Удар во фланг. И белые части были разгромлены наглухо. И вот в одном селе мне показали, где штаб остановились полка. Я подъезжаю верхом, захожу в хату. За столом сидит мой начальник штаба, полковник Акимов. Вот так сделал руку и рыдал, как дитя. Вот он смотрит на меня. Товарищ командир, скажите вы мне, старому дураку, что это за военная ленинская наука? В чем она заключается? Ведь вы неграмотный, технически неграмотный. В военном отношении вы ничего не понимаете. Вы корову через ядь пишете. А ваши планы блестящие. Я с малых лет с кадетского корпуса занимаюсь военным делом. Позади Академии Генерального штаба. Все годы империалистической войны ничего не понимаю в этой вашей ленинской военной науке. Ленинская наука побеждать. Главное в этой науке было исключительное умение Владимира Ильича сосредоточить и обрушить на врага основные силы там, где угрожала наибольшая опасность. Ленин следил за ходом каждой операции. И всюду, где было трудно, полководцы ощущали его помощь, его совет. Все важнейшие военные планы разрабатывались под непосредственным руководством Ленина. В 19-м мир узнал имена полководцев ленинской школы. На Восточном фронте сражался и героически погиб легендарный начдив Василий Иванович Чапаев. Выдающимися военачальниками были командарм Михаил Васильевич Фрунзе, Климент Ефремович Ворошилов, Семен Михайлович Буденный. Первые победы одержала под их командованием, созданная в 1919 году, знаменитая Первая конная. По решению 8-го съезда партии Красная армия строилась как армия регулярная, оснащенная военной техникой. Хотя конница была еще основной ударной силой, но уже в Красной армии появлялись самолеты. И Ленин специально интересовался эффективностью самолетов против конницы врага.
На Волге действовала военная флотилия. Чтобы построить на этой реке гидростанции и новые города, надо было прежде отвоевать ее. 1919 был переломным годом гражданской войны. В нем не было мирных передышек. Это был исключительно трудный год. Но именно в 19-м стало ясно – гражданская война выиграна. Интервенты были вынуждены убрать своих солдат из России, потому что солдаты поняли – народ в России за большевиков никогда не победят того народа, говорил Ленин, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою советскую власть. За эту власть рядом с народами Советской России плечом к плечу сражались братья по классу из многих стран. Конгресс Коминтерна, состоявшийся в марте 19 года в Москве, призвал пролетариев всего мира к защите Первой Республики Советов. Росло движение солидарности под лозунгом «Руки прочь от Советской России». Войска Колчака были разгромлены полностью, а его самого взяли в плен, судили и расстреляли. Развернулось наступление на Южном фронте. Украина и Северный Кавказ освобождались от врагов. Войска Юденича были разбиты, большая часть их захвачена в плен. Вторая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции праздновалась в обстановке уверенности, что вскоре враг будет окончательно разбит, и страна сможет, наконец, приступить к мирному строительству, к тому, ради чего преодолевались все трудности и лишения, ради чего совершалась революция. После парада войска отправлялись на фронт. Фронтов было еще много. Еще много жертв было впереди. Войска отправлялись навстречу бессмертной своей славе. В начале нашего повествования мы предложили ребятам принять участие в съемках фильма «Год 19-й». Мы не хотели, чтобы ребята играли какие-то специально написанные роли. Но, вступив в беседу с 19-м годом, ребята стали участниками фильма. Вот так же 50 лет тому назад, примерно по такому же объявлению, пришел на студию юноша, которого звали Сережа Королев. Он был очень горд тем, что прекрасно скакал на лошади, прыгал с обрыва и выполнял все указания режиссера. Но он не играл в фильме главной роли. Его даже трудно сейчас обнаружить в кадре. И поэтому его фамилия не была написана в титрах крупными буквами. И никто не знал тогда, что имя Сергей Королев нужно писать самыми крупными буквами. И сам он, будущий Сергей Павлович Королев, не знал, что история поручит ему прорыв человечества в космос. Но, пройдя через жизнь тех ребят, о которых рассказывал фильм, он, может быть, проверил и собственную готовность к новому подвигу. Вот я думаю, что много лет спустя среди тех ребят, кто пришел сегодня в студию, окажутся те, в чьи лица будут всматриваться зрители, если сохранится наш фильм. И будут искать среди этих ребят героев будущих лет, героев будущих подвигов. Но даже если среди этих ребят не окажется человека со звонким именем, знаменитого, все равно эта встреча с 19-м годом останется для ребят мерилом всего отважного, честного, чистого и прекрасного.